звучать кандак праздника, тоже очень важное для него песнопение. Когда Вышний смешал языки, этим он разделил народы, а когда ниспослал огненные языки, этим он призвал всех к единению. Чтобы человек смог ему, неизреченному и непостижимому Богу, дать только лишь верное имя Святая Троица. Единому Богу, Творцу видимого и невидимого мира, поклонялись иудеи. Но не в их интересах было признать, что для спасения человека Бог послал на землю своего Сына, свою вторую сущность, или по-гречески ипостась. Не признали они и Духа Святого, который сошел на землю после того, как ее покинул Христос. Сошел на землю, чтобы даровать искупленному кровью Христа человечеству новую духовную жизнь. И учение о Святой Троице – Отец, Сын, Дух Святой – христианское. Догмат – неоспоримая истина о Святой Троице. Был утвержден на Первом и Втором Вселенских соборах. На соборах, в смысле собраниях духовенства, решаются особо важные церковные вопросы. Православная церковь признает решение только Первых Вселенских соборов, с 1 по 7. В Москве, в Свято-Даниловом монастыре, вот этот храм посвящен святым отцам семи Вселенских соборов. Он был заложен в 1555 году по повелению Ивана Грозного с благословения митрополита Макария. Первый Вселенский собор состоялся в Никее в 325 году. Это был ответ на волнение в церкви, вызванное лжеучением Ария. А Арий утверждал, что Сын Божий Иисус Христос не единосущен Богу Отцу, ни одного существа с Ним, а значит, Бог не есть Троица. Ревнители православия, правильного учения о Боге, осудили эту ересь. По преданию, святитель Николай, архиепископ Мирликийских, тот, кого называют Николай Угодник, Николай Чудотворец, во время спора ударил Ария по щеке. Его должны были лишить сана, но когда святитель Николай был в темнице, сам Христос подал ему Евангелие, а Богоматерь возложила на него архиерейский амофор, знак архиерейского служения. Своей ревностью по Богу отличился на Первом Вселенском соборе и святитель Спиридон, епископ Тримифонский. В народе его называют Спиридон Солнцеворот. Чтобы пояснить учение о Боге Троице, он взял в руки кирпич и стиснул его. Вверх метнулся огонь, вниз потекла вода, а глина осталась в руках. Святитель Спиридон сказал: «Вот три стихии, а кирпич один. Так и в Пресвятой Троице три лица, а божество едино».
святыми дарами. Это хлеб и вино. Потом, когда на них снизойдет Святой Дух, они станут телом и кровью Христа, которыми верующие будут причащаться. Первого Вселенского собора составили символ веры. В нем в опровержении ереси Ария точно изложено учение о единосущности Бога Отца и Бога Сына. А на Втором Вселенском соборе, он состоялся в 381 году в Константинополе, были добавлены строки о единосущности и Духа Святого Отцу и Сыну. По названию городов Никея и Царьград этот символ веры получил название Никео-Цареградский. Отец Павел Флоренский писал: «Как свет исходит от солнца, так церковное единство лучится исповеданием Троицы единосущной и нераздельной. Это исповедание и есть символ веры. Но смысл он имеет именно как воспеваемый в таинстве церковного собрания, а не вне богослужения. Вне богослужения символ веры не может быть ни понят, ни изучен, как не может быть ни понята, ни изучена жизнедеятельность, например, человеческого тела на химически разложенных элементах, его состав когда-то входивший. В храме символ веры поют сами молящиеся, и каждый как бы лично исповедует свою веру в Бога Троицу. От католического. В православном говорится, что Дух Святой исходит от Отца, а в католическом и от Отца, и от Сына. А в этом случае получается, что Отец и Сын в чем-то превосходят Духа Святого. Это хула на Духа Святого, непростительный грех. Сейчас поют «Тебе поем». Это тоже обращение поочередно к трем лицам Святой Троицы.
Тебе поем к Богу Отцу, Тебе благословим к Богу Сыну, Тебе благодарим к Богу Духу Святому, как писал святитель Герман, патриарх Константинопольский. Учение о Святой Троице не имело такого значения, как на Руси. Именно на Руси в XIV веке через преподобного Сергия Радонежского Святая Троица явила свою живоначальную суть – начало жизни в любви, гармонии, единении, как в трех лицах Святой Троицы. Живоначальная суть Святой Троицы свято воплощена в иконе преподобного Андрея Рублева. Такой тип изображения Бога Троицы называют Троица Ветхозаветная. В Ветхом Завете в книге Бытия рассказывается, как Господь явился у Дубравы Мамре Аврааму. Авраам поднял глаза и увидел перед собой троих мужей. Он говорил с ними троими, как с одним лицом. Часто на иконах гостеприимство Авраама изображают подробно, но преподобный Андрей Рублев отложил все земное и изобразил только Божественную Троицу. Предполагают, что слева изображен Отец, и за ним здание, образ его домостроительства нашего спасения. В середине изображен Сын, за ним дерево, райское древо жизни, на котором и был распят Живодавец. Справа Дух Святой, за ним гора, образ горнего восхождения, восхождение ввысь. На столе перед ними чаша, образ жертвы, и сам Христос в центре находится как бы в чаше, составленной ритмом склонения крайних фигур. Отец Павел Флоренский писал, что ныне существующий праздник Святой Троицы родился из почитания иконы преподобного Андрея Рублева. Это главная христианская молитва, данная самим Христом по просьбе ученика научить молиться. Она краткая, но емкая по содержанию. Христос говорил:
молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Большинство песнопений праздника Троицы говорят о событии сошествия Святого Духа на апостолов, которое совершилось на 50-й день после Пасхи, Светлого Христового Воскресения. Для этого есть глубокие причины. Пятидесятницу, 50-й день после Пасхи, иудеи отмечали в память о даровании им от Бога закона на горе Синай. Христиане тоже чтут Пятидесятницу, но иначе, как сошествие Святого Духа на апостолов. После своих страданий и смерти 40 дней Христос был еще на земле, Он являлся ученикам. На 40-й день вознесся на небо, при этом сказав: «Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличитесь силою свыше». И вот еще через 10 дней внезапно сделался шум с неба, как от несущегося сильного ветра, и явились им языки пламени, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках. После грехопадения Дух Святой отступил от человека, но Сын Божий своей жертвой изгладил грех человека, и Дух Святой к нему вернулся, но только через 50 дней. Духа Святого приняли в тот день только апостолы, но они этим получили особую силу и отправились на проповедь по всей вселенной. Дух Святой даровал апостолам возможность говорить на разных языках. И теперь мог каждый через них принять учение Христа. Образно говоря, апостолы были как бы устами мертвого до сих пор человечества, в которые вот в этот миг Бог вдохнул жизнь. Это было завершение дела спасения. И именно в этот день, в день сошествия Святого Духа на апостолов, празднуют Святой Троицы. Святой Дух действует в мире через молитву, добрые дела, через таинства. Главное среди них – Евхаристия. В центре каждого культа – жертвоприношение. Христианская жертва Богу бескровная – это словословие, благодарение, по-гречески – Евхаристия. В таинстве Евхаристии Святой Дух освящает святые дары – хлеб становится телом, вино – кровью Христа. Их вкушают верующие, причащаются. Причастие от слова «часть» – причащение, присоединение ко Христу. При этом поют: «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите».
После божественной литургии в день Святой Троицы сразу же днем совершается вечерня, в начале которой, по обычаю, весь народ начинает петь молитву Святому Духу, Царю Небесный. Это ее первое звучание после Пасхи. В промежуток в 50 дней после Пасхи эта молитва не звучит. Утешителю, душе истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Вели, яко Бог наш, какой Бог так велик, как наш. Особое молитвенное настроение создают коленопреклоненные молитвы, возносимые на коленях. Их автор – святитель Василий Великий, 4 век. В первой молитве исповедуются грехи и содержится просьба помиловать нас ради великой жертвы – Бога Сына. Во второй молитве мы просим даровать нам Духа Святого. В третьей молитве упокоить души усопших вместе с светлым, злачным и покойным. Земли, море, и вся созданная в ним, прежде не запросите всем прошение подавая, тебе молимся и тебе просим, владыко человека любче, Отца Господа и Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Святаго и Марии Преснодевы и преславные Богородицы, и же первию во словесы уча, посреди же и делы показуя, и когда спасительную страсть претерпе, даде нас смиренным и грешным, и недостойным рабом своим. Вскоре звучит песнопение «Приидите, людие, триипостасному божеству поклонимся, Сыну во Отце со Святым Духом». В песнопении кратко изложено учение о Боге Троице, о Его единстве и нераздельности,
едина сила, едино существо, едино божество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Святой Троицы необычно, даже внешне. Храм украшен березами, цветами, на пол стелят молодую траву. В одной древнерусской рукописи сказано, что зелень стелят на пол под ноги человека, так как ради человека сотворено все украшение земное, и покорно ему все. А также украшение зеленью храма на Троицу – это исповедание зиждительной силы животворящего Духа Святого. Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистые, пренепорочные, святые матери, святославных, прихвальных богопроповедников и духоносных апостолов, и все святых, помилуй и спасет нас, яко благ и человек добрый. Оканчивается богослужение Троицына дня выходом священнослужителей на амвон и пением тропаря, кандака и величания. Благословен ты, Христе Боже наш, сделавший мудрыми рыбаков, то есть апостолов, ниспослал им Духа Святого и тем помог им уловить, привлечь к вере вселенную. Слава тебе, человеколюбы! Слава тебе, человеколюбы!
Когда Вышний смешал языки, этим он разделил народы, а когда ниспослал огненные языки, этим он призвал всех к единению. Величаем Тебя, Живодавче Христе, и чтим Твоего Всесвятого Духа, которого Ты послал Своим божественным ученикам от Отца. Непосредственно Святому Духу переносится на следующий день, понедельник Святого Духа. В этот день, как пишет отец Павел Флоренский, по проникновенной догадке нашего народа земля именинница, то есть празднует своего ангела, свою духовную сущность, радость, красоту, вечную женственность. Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете? Владимир Соловьев.